Вчера мы играли матч против украинской команды «Сталь». Какие ты получил впечатления? «Сталь» очень хорошая команда, так показалось. Техничные парни. Нам этот, как сказать, мы их раньше не знали. Трудно пришлось работать, чтобы этот уровень подняли своей игры, чтобы подняли качество нашей игры. Думаю, это пошло. Нам этот, хорошо сыграли, оборонялись нормально, забили. И думаю, что этот мяч прошел, прошел так, что мы получили пользу из этого. Посмотрели наши хорошие стороны, наши плохие стороны, то есть стороны, где, над чем надо дальше продолжать работать. Так что думаю, что эта игра у нас хорошо прошла и что будем сейчас стремиться, чтобы играли лучше и лучше на следующую игру. Еще ты обычно говоришь, что не важно, кто забьет гол. Но вчера ты тоже отличился и гол получился эффектным. Как ты можешь охарактеризовать этот гол, каким он был? Да, конечно, не самое главное, кто забивает, самое главное, как команда играет. То же самое вчера было. Так произошло, что я забил, но это мне так много не волнует. Команда старалась, играла хорошо. Сибу уже все начал, от него все пошло, хороший пас он мне дал. Так что концовка уже так сложилась, что этот красивый гол был. Ну, ничего такого. Самое главное, что мы выполнили, по-моему, работу, которую тренер нам предоставил. Уже третий или четвертый день сбора здесь. Как он проходит? Как, насколько он полезен, по-твоему? Да здесь я уже много лет приезжаю. Всегда хорошо. Погода супер, поля хорошие. Можем делать все, что тренер нам заставит. Тренировки проходят все хорошо, так что думаю, что у нас есть еще, только мы начали работать, у нас еще большая работа впереди, так что будем стараться. Хорошо. И ты сам какие цели ставишь перед собой для второй половины сезона? Сам каких-то целей нет у меня. Самое главное, чтобы эта команда выполнила свои цели. Я буду стремиться к этому, чтобы помог команде, чтобы помог руководству, тренерам, штабу. Так что самое главное, чтобы команда выполнит. А думаю, что если команда хорошо играет, то и отдельные игроки будут тоже, ну, как, улучшать свою игру. Так что нету каких-то особенных целей. Самое главное, чтобы команда выполнила цель, которую нам предоставили до этого.